В Стамбуле стартует внеочередная встреча глав МИД исламской восьмерки D8. Министры обсудят пути решения ситуации в Газе. Будут также озвучены призывы к мировому сообществу для оказания политического давления на Израиль, который продолжает военную операцию в регионе. Все подробности у нашего корреспондента в Турции Турала Асади. Он подключается к нам на прямую связь. Турал, здравствуй, тебе слово. Приветствую, Фарид. Совершенно верно, сегодня в Стамбуле стартовала внеочередная встреча глав МИД исламской восьмерки D8, Организации по экономическому сотрудничеству. И здесь, на территории комплекса Долмабахче, главы МИД обсуждают пути выхода из кризиса, ситуации, из войны в секторе Газа. Как Анпидан, министр иностранных дел Турции, уже выступил со вступительной речью и, безусловно, призвал страны мира, мировое сообщество надавить на Израиль, увеличить давление на израильскую сторону с тем, чтобы добиться скорейшего режима прекращения огня в секторе Газа, а также увеличить поставки гуманитарной помощи в регионы. Известно, что последние месяцы, в особенности в последние месяцы, поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, в регион стали более тяжелыми. Логистика здесь уже является более проблематичным фактором, учитывая, что Израиль продолжает войну, наземную операцию в регионе. С каждым днем становится все сложнее поставлять в сектор Газа гуманитарной помощи. И из-за этого турецкая сторона, официальная Анкара, многократно призывала и продолжает прилагать все необходимые усилия для того, чтобы обеспечить бесперебойную поставку гуманитарной помощи в регион. Это, безусловно, является крайне важным вопросом. На данный момент Организация Объединенных Наций также призывала к допуску гуманитарной помощи в регион. К Израилю были озвучены призывы, и турецкая сторона, помимо этого, продолжает свои усилия, дипломатические усилия для того, чтобы помочь палестинскому народу обрести независимость, полную независимость. И, конечно же, в речи Хакана Фидана прозвучал призыв к мировому сообществу для того, чтобы добиться окончательного признания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. По словам Хакана Фидана, Израиль продолжая военные операции в секторе Газа, продолжает свои военные преступления против человечества, против палестинского народа. По мнению турецкой стороны, официальной Анкары, необходимо положить конец этим действиям и немедленно остановить военную операцию Израиля в секторе Газа и, конечно же, как я уже отметил, обеспечить полную и бесперебойную поставку гуманитарной помощи в регион, а также добиться скорейшего режима прекращения огня. Турция, на самом деле, здесь, конечно же, продолжает свои титанические усилия в этом направлении. Несколько раз Хакан Фидан за последние месяцы встречался с главой политбюро Хамаса Исмаилем Ханье. Эрдоган лично его здесь в Стамбуле принимал, и переговоры были здесь продолжены, и палестинская сторона, Хамас, вернее, конкретно, были согласны на режим прекращения огня. Здесь вот в Турции заявляли о том, что турецкая сторона получила данное согласие со стороны Хамас, но из-за того, что израильская сторона продолжила военные операции в регионе, в секторе Газа, и отказалась от условий Хамас, были предложены со стороны Израиля односторонние их предложения. И с этой точки зрения, в связи с этим, Хамас уже также не пошли на соглашение о режиме прекращения огня. И, конечно же, это волнует турецкую сторону. Официально Анкара все еще пытается помочь и палестинской стороне Хамас добиться режима прекращения огня. Переговоры продолжаются также и на Катарской площадке. Турция здесь, безусловно, играет очень важную, я бы сказал, ключевую роль для палестинской стороны, для Палестины, для Хамаса.
Если мы вспомним, то в рамках переговоров между главой политбюро Хамас Исмаилем Ханье и Аканом Фиданом, главами Турции в Катаре ранее, уже тогда было озвучено со стороны Акана Фидана то, что Хамас готов прекратить свое функционирование своего военного крыла в случае, если все международное сообщество, в том числе Израиль, признают независимость палестинского государства, и тогда не останется уже никакой необходимости для военного сопротивления. И здесь, конечно же, Хамас сможет и продолжить свое функционирование в виде политической партии, и диалог политически возможно можно было бы продолжить между сторонами. По крайней мере, это была позиция палестинской стороны, позиция Хамас, которая была озвучена со стороны главами Турции Акана Фидана. И, тем не менее, данная позиция была доведена до мировой общественности. Турецкая сторона периодически проводит переговоры, дипломатические контакты с западными коллегами, в первую очередь, конечно же, Соединенными Штатами Америки. Между Вашингтоном и Анкарой продолжаются постоянные контакты по данной тематике. Акан Фидан с Энтони Блинкиным, госсекретарем США, многократно обсуждал данные вопросы. И, конечно же, и тогда звучали призывы со стороны Турции с тем, чтобы Соединенные Штаты Америки воспользовались всеми рычагами давления политическими и военными, экономическими, для того, чтобы заставить израильскую сторону Тель-Авив пойти на подписание соглашения о режиме прекращения огня, а также сесть за стол переговоров. Здесь, в Турции, с каждым днем понимают, что чем больше продолжается военная операция Израиля, тем дальше она отходит, становится от переговорной площадки. И здесь переговоры на сегодняшний день, по крайней мере, здесь многократно об этом заявлялось, и в целом экспертное сообщество также придерживается этого мнения, что переговоры между Хамас и Израилем уже зашли в тупик, но тем не менее официально Анкара делает все для того, чтобы хоть как-то возобновить переговоры между сторонами. Здесь, конечно же, нельзя сказать, что Турция является конкретным посредником между Израилем и Палестиной. Здесь, конечно же, речь идет о том, что лично Эрдоган об этом говорил, что Турция выбрала сторону, палестинскую сторону, считая, что палестинцы ведут борьбу за свою независимость, за свои права, и эта борьба является справедливой, и поэтому официальная Анкара всячески оказывает всяческую политическую и гуманитарную помощь Хамас и палестинскому народу, палестинскому государству. И, конечно же, здесь целью Анкары является достижение режима прекращения огня, а также окончательное решение вопроса путем создания независимого палестинского государства, которое будет признано всем мировым сообществом. Что же касается гуманитарной помощи, я об этом уже говорил. Здесь есть, конечно же, также большие проблемы. Этот вопрос стоит на повестке сегодняшней встречи. Глава МИД Д8 обсуждает данный вопрос, данную проблему уже, и, конечно же, попытаются найти пути выхода из этой ситуации, хотя бы улучшить ситуацию в регионе тем, что туда можно будет поставлять гуманитарную помощь в полном объеме, насколько это необходимо беженцам, которые направляются на юг, к границам Египта, с тем, чтобы спрятаться от обстрелов и военной операции израильской армии. Тем не менее, турецкая сторона подобными мероприятиями, встречами и пытается возобновить дипломатические усилия. По крайней мере, сегодняшняя встреча в рамках Д8 говорит об этом. И по итогам сегодняшней встречи глава МИД, возможно, только Хакан Фидан, турецкий министр иностранных дел, выступит с заявлениями для прессы, и, возможно, будет принято итоговое коммунике, и в котором, безусловно, будет звучать призыв как к Израилю, так и
мировому сообществу для того, чтобы положить конец военной операции Израиля в регионе и обеспечить безопасность людей, которые на сегодняшний день на юге сектора Газа укрываются от обстрелов. Тем не менее, военная операция Израиля уже доходит до этих регионов в том числе, и поэтому в Анкаре считают, что процесс дипломатического, политического давления, а также дипломатический диалог должны быть ускорены, насколько это возможно сейчас, и все необходимые условия должны быть созданы для того, чтобы можно было достичь режима прекращения огня между сторонами. Фарид, у меня на этом пока все. Благодарю, Турал. Мой коллега Турал Асади поделился с нами подробностями повестки дня на неочередной встрече глав МИД Исламской восьмерки в Стамбуле.